Здравствуйте, это канал Максимат, и это GTA San Andreas Definitive Edition. Перебрались мы в прошлой серии с вами в этот замечательный город под названием Сан-Фьеро. Получили вот этот замечательный гараж, наняли механиков и будем начинать вести бизнес в этом гараже. Есть у нас два выбора, это CJ, собственно говоря, и Zero. Zero у нас пока нет возможности выполнить задание, потому что у нас не хватает денег. Нам надо 30 тысяч, чтобы купить там у него магазин. И тогда можно, и только тогда можно будет уже выполнять его задание. Поэтому пока мы выбираем CJ вариант. В этом гараже, собственно говоря. Five with tip. Карл, как дела в Сан-Фьеро? Фиговенько. Я, честно скажу, вас тут только не хватало. Отлично. Значит, у тебя есть подарочек для одного моего друга, да? Ты знаешь, этот друг пытается защитить меня и офицера Пуласки. От чего? Чего? Почему бы тебе не положить там подарок ему машины и перезвонить в службу? Эй, я чту законы улиц. Я не стукач. Я не буду стучать, даже если он убьет меня, моего брата и так далее. Члены банды никогда копам не звонят. Карл, он из DA. Да? Ну и где же мне его искать? Он направляется в отель One Hope в финансовом районе. А, ладно, сделаю. Окружной прокурор направляется в отель One Hope в деловом районе Сан-Фьеро. Езжайте туда немедленно. Отличная машина, я заберу ее. Да, прекрасно. Очень вовремя дождь пошел. Да. Тенпенит заколебал уже своими заданиями. Уже четвертое задание это от него. Так, ладно, в этой миссии, эту миссию я помню прекрасно, я помню, что мне надо делать. Немножко затянутая миссия, но ничего страшного. Услуги лакеев. Прокурор оставит здесь свою машину. Так, здесь надо ехать. Так, ехать за ним, но недалеко. Ну, а еще и с грозой дождь. Ну, обалдеть. Так, чем бы нам его убить? Лопатой. А ну стой. Ничего себе. Одни трусы остались. Офигеть вообще. Жестко. Не стал огнестрельным оружием его убивать. Ну так просто лопатой. А вдруг очнется потом. Че я людей-то буду все время убивать? Людей убивать это плохо. Может быть он выживет, я не знаю. Но это так на всякий случай. Так, никто меня не ругает за то, что я тут машину оставляю. Так что прекрасно. А, ты должно быть новенький. Становись в очередь. Окружной прокурор ездит на грязно-синем мерит. Грязно-синим? Это что за название цвета такое? О, физика флага есть какая-то. Ну, хотя, может, это просто анимация у него. Но выглядит очень круто.
Вот эти два лакея очень выглядят одинаково. Но здесь в ремастере цвет кожи у них разный. А в оригинале они абсолютно одинаковые были. Так, это не окружной прокурор. Вот там кабриолет тот зеленый, прикольный, как тоже. Блин. Покататься на нем как-нибудь придется. Вот этот, что ли? Ну да, это он. Так, отправляемся в гараж. Наркотики подсыпать ему туда, в багажник. Обалдеть, боже мой. Да, Тенпенни это еще... Это он этот. Коррупционер, блин. Коррупционеры. Как у меня Леха говорил про этих полицейских из Краш, они коррупционеры. Но в данном случае даже еще хуже, раз в машину наркотики подкинуть надо, чтобы повязали его. А этого в трусах убрали уже отсюда. Ладно, окей. Алло, это служба быстрого реагирования? Я видел у одного типа в машине наркота, походу, лежит. Это посмотреть, наверное. Полиция! Не двигаться! Руки вверх! Прочь от машины! Вы знаете, на кого орете-то вообще? Я отниму у вас значки! Молчать! Нашли что-нибудь? Воу! Да тут половина Мексики в багажнике. Здесь должно быть две марихуаны тонны. Чё? Как это? Откуда? Как оно туда? Ничего себе у тебя отговорка, приятель! Можно подрабатывать здесь, разумеется. И униформа лакея доставлена в гардероб. О, отлично, нам предоставляется возможность покататься на этой машине. Денег мы не получили за это дело. Тенпенни вообще нам никогда не платит за задание. И этим он очень-очень хренов. Очень-очень бес. Очень-очень бесячий. Да,
Да, кстати, вот полицейские машины приезжали. На первый взгляд может показаться, что они абсолютно такие же, как и в Лос-Сантосе. Но там написано S. Если там было написано LSPD, то там SFPD. То есть San Fierro Police Department, а там Лос-Сантос Police Department. Вон, проехала одна, на ней написано SFPD. Логично вполне. Deconstruction. Эй, как оно? Как дела, Карл? Чего там творится-то такое? Я разве на шлюх похож? Чего? Эти дебилы мне говорят заняться Эй, кто тебе сказал? Да рабочий он там. Я сейчас им надеру. Не-не-не. Я сам-то сделал. Надо капельки уважения показать им. Да и к тому же я все равно территорию хотел тут расширить. Не, ну а что, вообще-то... Я не побоюсь это сказать, она похожа на шлюху. Во всяком случае... Ну, одета, во всяком случае, как... Вот так. Зачем она так одевается, непонятно. Ну, во всяком случае... она нормальная. Адекватный вполне. Это кто стрелял сейчас? Нормальное, приличное, адекватное и все такое. Так. Вот эта миссия, кстати, довольно-таки странная. Показывает на то, что Карл бывает невероятно злым и так далее. Потому что сразу... Вот за то, что они просто оскорбили его сестру, и сразу за это рушить им постройки. Такое... Ах, ну раз вы на так... Ну раз вы так хотите, то придется мне... Ой-ой, он меня задавить хочет. Ладно. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Вот здесь надо... Так, давайте этот немного... Попозже сломаем, потому что вот, этот, вот эту бочку лучше не задевать красную. Потому что рванет так, что мало не покажется. Так, рушим им постройки за то, что они оскорбили сестру Си-Джея. Обалдеть просто. Миссия странноватая очень. Диковатая. И как-то странно не ломаются, что под землю уходят. Так, вот здесь тоже надо аккуратно. Все. Что это за грохот был сейчас? Ёшкин кот. Не, я ничего не видел. Столкните туалетную кабинку в яму, залейте его цементом. Вот, вот это самая дурацкая, бессмысленная вообще идея в этой миссии. Потому что нафига? Этот бригадир ничего плохого вообще не сделал. И мы его заживо хороним там. Ах, вы, у вас тоже пистолет есть. Это что сейчас было? Это те бочки рванули? Ага, вот. Вот этим, наверное. Подождите, а туалет-то какой сдвинуть надо? А, вон тот. Бригадир ничего плохого не сделал. Зачем нам его толкать в яму? О, нет! Встань на колеса, прошу тебя. Тут еще один, по-моему, цементовоз есть.
Так, ладно, давайте задвинем его лучше на этом. Давайте лучше на тракторе задвинем его. Еще одна бетономешалка здесь есть. А, цементовоз, я угадал. Я угадал. Я не знал, кстати, что тут будет написано цементовоз. Я даже не знал, какое на... слово. Я просто взял и угадал. Ну, бетономешалка, я правильно называть. Вот я не понимаю, вот за что? Ну вот за что вот это вот ему? Вот за что? Была бы моя воля, я бы так делать не стал. Нахрена, нахрена вот это делать надо было. Цемент быстрого застывания, ну охренеть просто. Просто офигеть. Алло. Йоу, это Джетро, чувак. Джетро, как дела? Нормально, я говорил с Цезарем, и не пойми меня неправильно, чувак. Я сказал, что ты единственный чувак, который может водить. Но Цезарь сказал, сколько у тебя было тачек, чувак. Мы с Дуэйном просто офигели. И к чему это ты клонишь? Да, ни к чему, ни к чему. Просто здесь неподалеку есть школа вождения, ну и я подумал, что буквально... Короче, буквально дорогу от гаража, там в Дуэрте в конце. Школа вождения? Ты чего сказать-то не хочешь? Да ничего, ничего, просто Дуэйн придумал, так. Водишь, наверное, нормально, но и в то же время дерьмо одновременно. Ладно, ладно, мне надо идти, Си Джей, пока. Школа вождения. Школу вождения стоит пройти. Что это за сообщение мне пришло сейчас? Блин, я забыл отключить подписку на премьер. 200 рублей списали сейчас. Ох, как я мог забыть. Черт возьми. Ладно. Это что сейчас было, блин? Так, перед следующим заданием я хочу днем выполнять. Куда бы сохранить-то? Сюда. Фото opportunity. Си Джей. Да. Мне позвонил кузен. Он мне намекнул, что машина Балласа едет в сторону Сан-Фьера, чтобы еще очередную партию взять. Черт, надо их найти. Ты читаешь мои мысли, Холмс. Я сел к ним на хвост Махландского перекрестка, теперь следую за ними. Хорошо, встречу тебя. Лучше поторопись, Холмс. Эти парни ждать не любят. Отлично. Нам как раз подкинули мотоцикл. Вот только, к сожалению, в этой миссии не работает этот GPS. Это плохо. Так. Но я должен сначала узнать, по какой дороге Ге ехать следует. Ладно, поедем там. Я... не особо город изучаю из-за угла. В основном привык ехать по навигатору. А здесь он не работает почему-то в этой миссии. Это не очень-то хорошо. Вот чего, обойдемся как-нибудь. Ага, вон туда можно поехать. Вот я помню, в тот тоннель я ехал в этой миссии. Так, куда дальше? Проверим. Так, можно здесь ехать вот так, вот так, вот так, ну так. Можно заехать в этот туннель вот здесь. Здесь поехать и вот сюда повернуть. Поворачиваем в туннель. Это что такое? Что это за косяки? Почему не исправляем? Какой темный тоннель, блин. В оригинале такой травы в виде горки не было точно. Так, какую дальше сторону? Дальше направо.
Куда поехал, блин? А как же мне теперь вернуться туда? Хотя, может быть, тут дорога есть другая. Подождите. Стоп. Нет, надо вернуться. Надо вернуться наверх. И вот здесь, на пол. И вот там дальше поворот, поворачиваем налево. В оригинале, впрочем, навигатора этого не было, GPS-овского. О, только сейчас активировался, охренеть. Поэтому не привыкать. Запрыгивай, Холмс. Куда едем? Они направились в сторону Angel Pine. Езжай по дороге, возможно, мы их найдем. Так, вот здесь... Вот я часто переворачивался почему-то на этой машине, поэтому едем аккуратно. Опять навигатор. А, вот навигатор есть. Но есть... Но я поеду по более быстрой дороге. Хотя, можно и по этой поехать. В оригинале я ехал по другой дороге. Как тяжело ехать по этим дорогам. Молодец, Бобкат еще банднул меня. О, я так и думал, что перевернемся. А нет, мы встали нормально. Все нормально, все нормально, все нормально. Багажник хлопает, конечно, вот это не фигово. Это фигово. Цветы. Нафиг нам вообще цветы? Цветы — это одно из оружий в игре. Очень нелепое оружие, я бы сказал. О, туман. Туман, так хорошо, что... Как хорошо, что я мод на туман поставил. Выглядит он прекрасно. А здесь что будет написано? Какой пиди? А никакой. Ой. Хорошо, что он в нас не врезался. Звезду бы дали за это. Звезду бы дали, несмотря на то, что полицейский нас сам бы врезался. Так, доехали почти. Так, грузовик, вот этот тягач пусть уедет, и ничего вообще не видно.
Вот они. Это же Райдер. Райдер, ах ты скотина, блин. Этот бизнес больше, чем банда для него. Райдер, ах ты зараза мелкая. А это еще кто такой? Вид этого парня о серьезных намерениях говорит. Это Тибон Мендес. Ну и еще кто-то будет? А это еще кто такой? Мне не нравится, как он выглядит. Сюда столько головорезов понаехало. Серьезная организация, кажись. Сколько еще клоунов здесь будет? Я с первого взгляда могу понять, что это сутенер. Они все продумали. С виду и не скажешь, что сделка проходит нормально. Это было дерьмо. Нам надо разделиться или нет отсюда. Встретимся в гараже. Замечательно, мы получили, что хотели, блин. Эй, Цезарь, как дела? У меня есть информация по бизнесу Биг Смоука. Короче, он каждый понедельник и пятницу отправляет деньги из Лос-Антоса в Сан-Фьеро, а каждую субботу и среду отвозит обратно Биг Смоуку траву. Ладно, я за ними прослежу. Посмотрим, смогу ли я что-нибудь грабануть у них. Короче, на карте отметилось... Вот это как это закрыть? Короче, из Лос-Сантоса прямо с района Гентон направляется... Отправляются это самое... Машина, полностью набитая деньгами. Она направляется в Сан-Фьеро вплоть до пирса 69. И я предлагаю прямо сейчас отследить их и грабануть. Сорвать операцию. А потом оттуда травка приезжает обратно туда. Предлагаю, короче, подождать, пока они поедут по лесу, и погнаться за ними. Чик-чик. Короче, вот здесь будем ждать их. Они из того тоннеля выезжать будут, и мы их перехватим тут. Я раздобыл еще оружие и броню. Ага, вот и они. Вот только машины вот эти мне не дадут его перехватить. Опа, ящики с деньгами попрыгали. Надо их автомобиль повредить. И там член из нашей банды едет. Какого фига? Он на что? Он что, тоже предатель, что ли? Надо грохнуть его, значит, незамедлительно. Так, немного прилетело нам. Так, ладно. С предателем покончили. И поставка сорвана. Так что миссия, можно сказать, что выполнена. Все ездим назад. Может, там ящики остались лежать эти? Не, ящики не валяются, к сожалению. Они уже пропали. Ну ладно, миссия все равно, по сути, выполнена. Потому что мы сорвали поставку. И на сегодня я предлагаю закончить. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, поддерживаю ВКонтакте. Всем пока.